Ну, не знаю, зачем это я записываю. Это сейчас менеджерская работа. Я загрузил вчерашний, скомпоновал, загрузил вчерашний стрим таки. Тут, к счастью, ни одного аудио не блокирует полностью, а только монетизацию блокирует. Ну что я забиваю? Вот. Сегодняшний там. Я где там? Сегодняшние стримы вот накапливаются, я даже забыл переименовать. Стрим 15. Вот настоящий стрим 15, вчерашний. Вот это вот уже сегодняшние файлики. Вчерашний вышел здоровенным. 660. Вот этот кусок я пишу прямо сейчас. Так, ну я не для того, чтобы показывать, но давно уж Шахерезада это загрузил. Запустил. А для того, чтобы записать, что я делаю. Так, таймер не нужен. Что у нас там? У нас есть вот эти все поля, да? Они были с самого начала, были вот в этом вот файлике. Это вот не вот эти поля, если вы подумали. А ниже, тут куча мусора. Вот они. Называется Data Points. Я сейчас их вынесу, скопирую себе и буду думать над ними. Вот тут есть пример. Не знаю, видно вам, нет. Ну-ка, веб я сделаю, если нет. Что же она забыла? Так вот, пример. Могу как-нибудь пошире показать. Зум вот есть. Page width. Тоже страшновато. Ну-ка, а optimal view? Еще страшнее. Ладно, давай зум 150%. Ну, довольно ужасно, но ладно. Переключаемся на Merger Scraper. Или как она там? А, это у меня в проекте NLP называется. Это есть специальный файл Proposal, который я никуда не этого, который рабочий. Кстати, нужно пойти проверить, все ли у меня там законечено, потому что сейчас же люди начнут тут. Так, но это не нужно. Бум-бум, тест. Тест-тест. Так, это не важно. Это уже не актуально. А, нет, я удалил это. Это отладочная какая-то фигня. Мы отменим. Ладно, все это не важно. Итак, URL title, subtitle у нас есть. Announcement date есть. Expected completion date. Хрен знает, что это. У нас есть publish date сейчас. Expected completion date. Target name. Target public status. Даже не представляю, откуда мы должны это взять. Ticker listing это не особо. Acquirer name. Вот это тоже. Deal value, в принципе, да. Share price. Share price premium, вот непонятно. Ну-ка давай поищем, смотрим тут. Deal value, share price premium. One day previous closing. Share price. Конечно, example хорошо, а вот где они
А, URL вот есть тут. Business Wire. Это что, картинка, что ли? Собака, блин. Нет. Нет, да, картинка. Conda Resources Acquire RSP Permian. Concho Resources, да. Давай попробуем это найти. Это. Business Wire. С помощью Гугла. Concho Acquires Permian. Вот. 2009-11-23-0-505-286. Новость не та. Ноября 2019. Тут 28 марта 2018. То есть это более свежая должна быть новость. All stock RSP Permian. RSP Permian All stock. Может, вот это вот 28 марта 2018 года. Это похоже уже. Вот есть title, есть subtitle, transaction creates largest unconventional share 5484, да, URL тот. Смотрим вот все эти штуки, откуда он их достал. Ладно, RSPP туда-сюда, 9500, share price $50, да, 5024. 5024, вот. Transaction details есть такая штука. In exchange for his share of RSP shareholder of closing price of Concho common stock on March. То есть это пистинга. One day previous 38.92. А, вот тут написано the consideration is present approximately 29% премиум. То есть проценты нам достать не проблема, суммы достать тоже не проблема, а потом их нужно как-то классифицировать, что к чему относится. Либо мы сразу должны доставать то, что нужно. Но классификация кажется более надежной. Либо эвристику использовать. Хотя вот март, 27 марта, оно и там, и там. Based on the closing price, окончил конструк. А консервируется, например, понятно, тавтология тут идет. 20% премиум, он туда-сюда. Короче, ну все равно какую-то эвристику можно. Will own approximately 74,5% в combined company. Ладно, transaction details. Что там дальше? Deal description. Вот это вот Concho Resources and today announced. Это вот первый этот. Target business, acquire business. Вот это Concho is independent of gas. Контакт, one site, Concho Resources. Кстати, где это здесь контакты? А, вот они.
Меган Прайс, Мэрит Шеймс. Нужно понять, что это тоже кончий ресурс, если находится. И то, что это инвестор. Как он понял, что это Investor Relations Manager и это Vice President of Investors Relations and Public Affairs. А, вот. Тут это написано. Ну, возможно, у меня это неправильно есть зато. Ну, кстати, мне интересно, что у меня по этому поводу. SQL-OM-Scraper. Что у меня есть по этому поводу? Select contacts from mergers merger where URLs. Не очень эффективный запрос. А, не нашла такое. Это что-то новенькое? Ну, нет, не новенькое. Select counts.from merger. Так, сколько у нас вообще из этого? Source ID. Business Wire. 376 всего. Ну-ка. Min published 2 февраля, да? Забавно. Возможно, нужно будет что-то еще потом делать. Business Wire, да, Subject VNS ID. Так, еще раз. Дата у нас идет 28 марта. Это уже апрель. Так, это все еще апрель. А, 18 года. А так далеко мы не зашли тут. Оно уже недоступно. Он, видимо, этот проект давным-давно начал. Но все не может довести. Вот у нас максимум есть этот. Более ранних-то нет у нас. Ну ладно, давай откроем. Тут у нас. Нет, нужно какую-нибудь открыть, которая где acquires. Super plus NAS Acquisition. Вот, типа описание. Superior plus Corp. Отличное название. Acquisition. Вот здесь контакты есть. Кстати, у нас контакты тут. Видно, чьи это контакты? Тут непонятно. Это Superior plus. Но четко не написано. Ну ладно, пофигу. Так, и тут ничего такого нету. То есть ни share price,
большие райс. Не премиум, не. Ну-ка, давай попробуем еще что-нибудь. Давай что-нибудь поновее найдем. Вот, допустим, первая страничка, да? Вот. Raven Solutions acquires чего-то там. Вот, About Raven Solutions есть. А про сделку ничего нету, как там было. Вот здесь. Кстати, в списке-то нет, а так-то есть он. Возможно, можно как-нибудь ее. Хотя как его? Через Google достать. Вот контакты, кстати. Снизу, справа есть, а есть снизу еще контакт. Они дублируются. Ладно, давай еще что-нибудь. Вот этот Grove Collaborative кого-то там поглощает. Тоже. Вот About Grove Collaborative. Во, About Forbes, About Optima, About Wealth Partners Capital Group. Кто такой? Wealth Partners. Вот это вот Holdings. The parent company of Forbes Family Trust. And the multifamily offices serving ultra high the net worth families today announced it has entered into an agreement to acquire Optima Fund Agreement. Оптима. Но опять никаких данных. Данных, короче, когда закроется, неизвестно. Вот есть. To customer closing and expect to close in the third quarter. Короче. Вот еще какой-то квайс. Это закроем пока. Вот, about мы можем достать, в принципе. Описание сделки, share price, его нету. About есть одного. About Walmart, about. Опять про сделку ничего нету. Премиум туда-сюда. Earnings per share. Нас такое не интересует. Так, контакт. Контакты я пока отделю. Deal description, acquire legal advices, так. Parent, targets parents financial advisors. Это как-то... еще здесь посмотрим. About, about. Короче, about есть. Вон, давай более старые посмотрим. Может, они их не сразу прописывают. Так, это не то. Вот, достигли соглашения.
О, баттерфляй, все. Нету этого ничего тут. Вот, и бывает такая еще важная информация. Так. Тут что-то про формы. Ну-ка, что-нибудь адвайзер бывает? Легал. Нифига этого нету, короче. Премиум. Тут есть что-нибудь такое про премиум? Ше. Onions per share, короче. Price. Нифига нету. Transaction. Бренд. Вот тут. О, transaction details. Отбиваем от вот этого. $65, короче, долларов за ше. И нагрегает upon closing новый транзакшн. Короче, тут еще всякие тонкости. Какое-то подобие. Давай вот это еще посмотрим. Короче, должен быть вот этот transaction details. Скрипер. Ну-ка. Это же есть сайт. Там есть поиск. Transaction details. Так вот. VentureBit тут тоже бывает, да? Transaction details. Хрен тебе. Share. Ладно, давай. Ну-ка, вот этот readers. Тут что-то есть. Transaction details. Давай это все-таки бизнес-вайр отфильтруем. Можно было бы искать по фразе. А я могу же искать. У меня же есть база данных. И там есть этот. Урфон. And TSV. Как это там? Postgres FTS Race. Нужно искать фразу. Like туда-сюда. TS Vector, TS Query.
Jumping. То есть то и то должно найти. А чтобы они рядом стояли. Есть такое? Вот новый улучшенный. А вот оператор. Как это? Как искать-то? Вот так вот. Тут SQuery и вот эта штука, да? Собака. Тут SQuery. Transaction. Details. Блин. 2, 3, 4, 5. Не густо, да? Financial transaction details. И тут не говорится, то есть конкретное название этой. Ой, то есть цену акции не говорится. Ладно, давай следующий откроем. Про цену на акцию тоже не говорится. Говорят про общую стоимость цены, общую цену. Цену на акцию не говорится. Тоже нету цены на акцию. Короче, данных-то нету. Ну, есть общая какая-то цена, есть вот это вот. Тут количество акций обсуждается. Короче, они все слишком это. Ну, давай поищем вот так вот. Share price. Сколько у нас этих, где говорится о цене на акцию, да? Ну смотри-ка, таких намного больше. Ну давай откроем Seeking Alpha, допустим, вот это вот первый. Share price. Тут премиум есть. Так, we propose purchase price premium to when affecting closing price of shares and premium to average closing over 1 month period ended on that date. И который из этих премиум? То есть вот тут есть премиум. Urgent award
Вот, тоже 27 долларов. Вот есть 26, 24. Открыть ссылку. Так. Excel. Share price. Ну, то есть, вот, в принципе, эта информация, она иногда бывает. Тут ничего нету. Это рейверс. Давай еще какой-нибудь рейверс. Вот, Pernisware давай откроем. Перше. Тут тоже вот есть, в принципе. Тут премиум. Ну-ка, сколько таких? Аккаунт. Ну, есть 886. А сколько у нас всего их? Не текст, боди. 71 000. Не очень много. 886, чуть больше 1% имеет в себе share price. Ну, давай не share price, а вот per share поищем. Таких больше. Если только вот это per не было срезано этим. Нет, не было срезано. Шею 60 тысяч. То есть шею часто. Ладно, давай. Что у нас? Expected completion date. Нахрен вообще. Target public status. Это тоже нахрен. Это вообще непонятно. Deal value. Share price premium. Короче, иногда. Ну, no. Что такое Synergies? А, у нас же пример есть. Тут нету никаких синергий. Или они дальше? Блин, злодей какой вставил сюда картинку, все тормозит. Вот, Synergies. Synergy вперед. Есть такая фигня. Ну-ка. Synergy. Период. Нету такого. Так, Seeking Alpha. Synergies.
Непонятно. Короче, иногда $100 миллионов in annual run rate cost synergies. То есть это $100 миллионов каждый год. Some with cost synergies added and growth synergies. Короче, могут быть еще несколько синергий. Cost synergies. Oh, the coming 3 years. Короче, синергия. Непонятно. Мы либо выдаем вот это вот в таком хреновом варианте, financial advisor, legal advisor, consideration structure. Что за consideration structure? All stock. Короче, нет. Advisor. Так, давай поищем. А, нет, давай с синергией поищем что-нибудь, кроме Сикила Альфа. Например, Пернисвайр. Занимаюсь ерундой, не ерундой, но в принципе все это более-менее что-то можно достать, но это хлопотное дело. Ну что там, давай другую страничку. А, Пернисвай, в принципе, тормозная. О, кстати, тут тоже что-то першер. Share repurchase program. Кстати, вот тут тоже about есть. FSKKR announces closing of merger of FS Investment and Corporate. Короче, FSKKR, партнерство между вот этими двумя, объявили слияние с FS Investment Corporation, FSIC, и Corporate Capital Trust. Отвратительно. Тут, то есть, две цели по этого поглощения. У нас в структуре такое не предусмотрено. Вот. Против об этом. Какой-то адвайзер. FSK is advised by FSK advisor. И не говорится, это legal или financial advisor.
То есть это адвайзер и поглощает. Ах, какой ужас. Тут у нас что? Генри Шейн. Или Шейн. Так, World Largest Production. Кто кого поглощает? Registration statement on form. Туда-сюда. Spin-off of the Genry Shein Animal Health Business and the subsequent merger with Vets First Choice. Так. Спинка кто такие? Короче, одни объявили то, что их спинку и оно будет уже сливаться с вот этой Vets First Choice. Ужасно. То есть они регистрируют вот эту подкомпанию. Ну вот about есть. И это about даже непонятно, кто они тут. Parent company. Ну-ка, ну-ка, ну ладно, давай Per Newswire промотаем. Globe Newswire, допустим. Короче, веселуха-то тут полнейшая. Так, а что это я искал? Share price или что-то? Ну-ка, премиум, адвайзер. Ну тут about, короче, штука. Ладно. If title. То есть это все эти financial advisors тоже. Так. Нужно с ним обсудить, да. Даже непонятно, с чего начать это обсуждение. Окей. Называет это Data Points. Некоторые из них
давай ему предложим. То, что мы безусловно берем URL, title, subtitle. Города, кстати, тут нету. Сити. Он говорил, что это про город. Ну-ка. Сити. Потом идет target name, ticker listing, acquirer, да? Name, ticker listing, listing. Expected completion date вообще непонятно. Что у нас там дальше? Короче, так. Yes. No. Expected completion date. Public statuses. Public status. Так, deal value идет сюда. Share price. Премиум. Вот это one day previous closing share price точно идет. No. Synergies. Synergies. Questionable идет. Financial. Financial and legal advisors тоже. No. Давайте Synergies тоже туда же. Target and acquirer. Descriptions. When. Да, не выделено, да? From dedicated paragraphs. Only. То есть, если нет специального параграфа, то мы описание не выдаем. Price, synergies, target, financial, так. And deal.
Так. Можно, в принципе, синергию так худо-бедно доставать. Need to write milestones. Так. Ладно. Он придет когда-нибудь вечером. Возможно, он скоро придет. Но я на сегодня, видимо, я закончил. Так, эта запись, я не знаю, куда пойдет, не пойдет. Но если вдруг вы ее посмотрели каким-то образом, то спасибо за внимание. И до свидания.